Вот это, наверное, наиболее мощный и прогрессивный метод привлечения клиентов. Партнеркам. Что еще покупают ваши клиенты? Ну, предположим, вот ваша ниша. Вы продаете кухни, к примеру. Что еще покупают люди, которые покупают кухни? Скорее всего, они делают ремонт и покупают еще окна. Возможно, не покупают. Возможно, они к новой кухне купят новую газовую плиту. Возможно, они еще купят новый линолеум. Или, возможно, они закажут у кого-то отделочные работы. Поклеить обои. Возможно, закажут шкаф-купе. Что еще могут покупать все люди? Возможно, они купят кухонный стол и стулья. И те компании, которые продают стулья, предлагают отделочные работы, продают окна, продают газовые плиты. Это и есть ваши партнеры потенциальные. Вы к ним приходите и говорите: ребята, давайте с вами вместе. Я своих клиентов буду перенаправлять к вам, соответственно, вы своих будете перенаправлять ко мне. И у вас будет больше клиентов, и у меня. Если вы установите партнерские отношения с 10 такими компаниями, представьте, какой поток трафика к вам пойдет. Если вы занимаетесь, например, автомобильными услугами, ну, продаете автозапчасти, соответственно, ваши потенциальные партнеры, те, кто продает шины, те, кто продает регистраторы, навигаторы, те, кто продает автострахование. Но тут есть тоже подводные камни. Первое. Вы придете, скажете: ну, давай партнериться. Он скажет: ну, давай, а как? Вот мои визитки, вот твои визитки. Значит, я клиентам даю твои визитки, а ты своим клиентам даешь мои визитки. Ну, вот и партнерка, и будет у нас обмен клиентами. Ничего не будет. Никто никому не пойдет. Никто никого не будет рекомендовать. Поэтому, когда вы приходите, нужно давать четкие выгоды. Скажите, какой у вас поток клиентов? Например, там 100 клиентов потенциальных в месяц, которые через вас проходят, и у вас есть возможность дать им визитные карточки. Это те люди, которые интересуются автомобилями или ремонтом и могут у них потенциально купить. Если партнер скажет: ну да, давай, поменяемся визитками, не факт, что он будет их давать. Он просто положит их, ну вот, как бы берите, и все, у меня тут еще вот лежат, еще лежат. Вам нужно его замотивировать. И никакая мотивация не работает лучше, чем результат. Поэтому, если вы понимаете, что партнер ресурсный, пустите ему 2-3 клиентов, чтобы он почувствовал, что реально есть, реально работает. Они не верят, они думают: ну что, поменялись и поменялись, ну прикольно, будем дружить. Я сам через это прошел, и многие люди, которые это пытались сделать, у них ничего не получилось. А если на следующий день или там через неделю к ним придет несколько клиентов с ихними же визитками, я пришел от такой-то компании, сказали, к вам можно обратиться, он скажет: ух ты, работает, нифига себе, клиенты пришли от них. Потом вы к ним приходите и говорите: ну что, как, приходили? Он говорит: да, приходили. Мы сейчас сотрудничаем с несколькими компаниями, вы занимаетесь автострахованием, мы сейчас с несколькими запартнерились, но мы все-таки хотим партнериться с одной компанией. Мы каждому там прислали по там 3 клиентам протестировать, как оно, что оно. И, соответственно, в ближайший месяц будем выбирать, от кого больше придет клиентов к нам, с теми и будем партнериться и всех клиентов перенаправлять к ним. Вы уходите. Как вы думаете, после этого будет ли он пытаться всучить вашу визитку своему клиенту и порекомендовать вас? Конечно! Конечно, он хочет новых клиентов. Именно так нужно партнериться.